Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне HTC Desire 20 Pro изменить дату и время. Для начала зайдем в настройки, опускаемся вниз до пункта «Система», далее нажимаем «Дата и время», отключаем автоматическую настройку, и теперь можем изменить дату, поставим завтрашний день, изменим время. Можем также изменить часовой пояс. Можем поменять часовой формат с 12-часового на 24-часовой. Если вы хотите все вернуть на свои места, то подключитесь к интернету и снова включите автоматическую настройку. Как вы видите, поменялось обратно наше число и время. И здесь оно поменялось тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!